Друзья, привет! Хай! Приветствую вас на канале English Galaxy. И по вашим заявкам мы с вами разбираем важнейшие видео именно для уровня Intermediate. Видео для уровня Intermediate, хорошего Intermediate уровня. Это 100 English Conversations with Explanations. 100 английских диалогов с объяснениями. Действительно, это новое видео, которое стало очень популярным на нашем втором международном канале English Professionally. Все время получаю благодарности. И действительно, давайте разберем. Здесь наиважнейшая лексика. Мы с вами разбираем в контексте лексику и грамматику. И, конечно, друзья мои, мы с вами упорядочили плейлисты. Смотрите плейлист «Разговорный английский язык для всех уровней». Там много полезных видео для разных уровней. И также, конечно, грамматика английского языка для среднего уровня. И вскоре вас ждут, можно сказать, приятные новости, но пока не буду говорить. У нас... Мы изменим немножко структуру, и появится видео по различным запросам. И, в общем, постараюсь учесть все ваши комментарии, которые оставляете, оставили и оставите. Окей, okay, so, смотрите плейлисты, заходите, это очень удобно. И действительно, welcome to our channel English Professionally. Добро пожаловать на наш канал English Professionally. Welcome to, да, предлог to. Welcome to... Our house. Там, добро пожаловать в наш дом. Welcome to our house. Welcome to our channel English Professionally. This course, этот курс, contains, содержит, contains. This course contains 100 English conversations. 100 английских диалогов. Or 100 mini English lessons on speaking. Или же 100 мини уроков английского языка, mini English lessons on speaking. О разговорном английском языке. То есть, в принципе, можно было здесь поставить about, но on – это имеет значение about, on speaking или about speaking. Если вы не знаете contains, можно было сказать просто there are 100 English conversations in this course, or contains – содержит. Там English lessons on speaking, on grammar и так далее. These lessons – эти уроки are mostly for intermediate students, а в основном для студентов уровня intermediate. We learn, мы учим, very important English vocabulary. Мы учим с вами очень важный словарный запас and grammar и грамматику in context, в контексте. It's also a very good English speaking practice. Это также очень хорошее, значит, что хорошее? English speaking practice. Значит, practice – практика, speaking – practice – практика разговорной речи, а English – значит, английская разговорная речь. Это очень хорошая практика английской разговорной речи. Действительно, значит, первое, the first conversation, learning English, изучение английского языка. How long have you been learning English? Как долго ты изучаешь английский язык? Мы с вами говорили неоднократно, что вот если у вас есть how long, как долго, то вы должны использовать время present perfect continuous, present perfect continuous. How long have you been? И глагол singular формы. How long have you been learning English? How long have you been learning English? Посмотрите обязательно наш плейлист «Времена в английском языке». И ответ – 2 года. То есть мы говорим for about 2 years, около 2 лет. Если вы скажете for 2 years, 2 года, about, for about 2 years, около 2 лет. Ваш вопрос я вижу, можно сказать просто 2 years. На самом деле говорят for 2 years, 2 года, то есть в течение 2 лет. For 2 years или for about 2 years. Really? How long have you been learning English? Как долго вы изучаете английский? So you can write it in the comments. Вы можете написать это в комментариях. So how long have you been learning English? You know, yeah, it's the first question. And the second question, второй вопрос. How long have you been learning English on the channel English Galaxy or on the channel English Professionally? Really? Да, really, отличная фраза. Really? Your English is so good. Твой английский такой хороший. Your English is so good. I started learning English online. Я начал изучать английский онлайн. Обратите внимание, говорим start doing. Да, start и глагол singular формы. Не забываем поставить. I started learning English online and I find it very effective. Я нахожу это очень эффективным. Effective. А как стать сказать неэффективным? Вот если неэффективно, если вы хотите вот такое слово, кто знает, это будет ineffective. Ineffective. Как вообще запомнить, какой это префикс? Значит, здесь просто методом запоминания. Ineffective, неэффективное, наоборот. I also have lots of speaking practice. У меня также очень много есть разговорной практики. Мы знаем, что есть конструкция a lot of. Она употребляется как перед
исчисляемыми, как a lot of friends, и перед неисчисляемыми a lot of, не знаю, там, energy, энергия. Но есть более неформальная конструкция, это lots of, то же самое. Lots of speaking practice. It's informal. Informal, it sounds more informal. Это звучит более неформально. So, learning English. How long have you been learning English? Present perfect continuous. For about 2 years, really? Your English is so good. I started learning English online and I find it very effective. I also have lots of speaking practice. It sounds more informal. A lot of friends, energy. So effective and ineffective, yeah? So prefix, this prefix. Ineffective. Next. Speaking. Разговорный английский. Speaking. Значит, смотрите, запоминайте выражение сразу. Manage to do something. Смочь что-то сделать. Manage – это управлять. А manage to do something – смочь что-то сделать. I managed to do it. Я смог это сделать. What does it mean? Что это означает? I did it. Я это сделал. I did it. Although – хотя. It was difficult. I did it, although it was difficult. Although означает «хотя». То есть although – то же самое, что but. Although it was difficult. Но это просто более формально, может, немножко. Although it was difficult. But it was difficult. Okay. How did you manage to improve your speaking skills? Как ты смог улучшить свои навыки, speaking skills? Skills – это навыки, speaking skills – навыки разговорного английского. How did you manage? Как ты смог улучшить? How did you manage to improve your speaking skills? Или how did you manage to make them better? Or to make your speaking skills better? Если не знаете manage, можно просто сказать so how did you improve your speaking? Or how did you improve your speaking skills? Но это очень полезная конструкция. Рекомендую обратить внимание. How did you manage to improve your speaking skills? You know, вы знаете, там ты знаешь личные фразы. It's extremely important. Очень важно. Многие говорят very, 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 very. Но есть и другие замечательные слова, помимо very, которые делают вашу речь естественной. Extremely. Это очень важно. It's extremely important to speak English. Говорить по-английски. Ведь инфинитив говорить, поэтому to. To speak English on a regular basis. На регулярной основе. То есть regularly. On a regular basis. The more English speaking practice, the better. Эта конструкция называется чем тем. Видите, вот здесь сравнительная часть. The more English speaking practice. То есть чем больше практики именно разговорного английского, the better, тем лучше. The more, the better. Чем больше, тем лучше. Такая конструкция. The more English speaking practice, the better. И adjectives — это у нас прилагательные, а adverbs — это наречия. Okay, so let's revise it. Повторим. Speaking. Manage to do something. I managed to do it. I did it, although it was difficult. How did you manage to improve your speaking skills? Or how did you manage to make them better? You know, it's extremely important to speak English on a regular basis. Or regularly, the more English speaking practice, the better. Adjectives, adverbs. Next, listening. Listening. Аудирование. You can understand almost everything in English. Ты можешь понимать практически все. Almost everything in English. How did you achieve it? Как ты этого достиг? Well, итак... I listened a lot to English speech. Я слышал очень много, a lot, английской речи. Не забываем поставить to. Listen to English speech and read the text at the same time. И читал текст в то же самое время. At the same time. You can do the same. Ты можешь делать то же самое. I'm absolutely sure. Я совершенно уверен. Запомните фразу. I'm sure. Я уверен. I'm absolutely sure. Я совершенно уверен. It will help you. Это тебе поможет. So, listening. Значит, мы с вами по слайдам проверяем. Значит, версия в оригинале на канале English Professionally. Я думаю, также вам понравится в оригинале слушать. Listening. You can understand almost everything in English. How did you achieve it? Well, I listened a lot to English speech and read the text at the same time. You can do the same. I'm absolutely sure it will help you. Grammar. Грамматика. Смотрите, пройдем сразу инверсия. Inversion. Значит, do означает really. Смотрите вот сразу на этот пример. I do feel. Вот вы можете встретить, это означает I really feel.
То есть do ставится перед глаголом, имеет значение really feel. Я действительно чувствую. I make mistakes while speaking. В то время, как я говорю. When speaking. То есть смотрите, какая конструкция здесь идет. I do feel, я действительно чувствую. Это инверсия. I make mistakes. Я делаю ошибки. В то время, как я говорю, можно сказать when I speak, или while I speak, или when I speak обычно говорят. Но запомните, что можно просто сказать это глагол с инговой формой. Конструкция while plus verb plus ing. While speaking или when speaking. Например, можно сказать, что вы можете так сказать. I feel real progress. Я чувствую реальный прогресс when watching your lessons. Когда смотрю твои уроки. То есть можно сказать when I watch your lessons или when watching your lessons. Okay? Good. I feel so uncomfortable. Я чувствую себя так некомфортно. Don't worry. Не волнуйся. You just need. Тебе просто нужно. Вот just имеет значение только. Тебе только нужно. Тебе просто нужно. To focus more on grammar. Сфокусироваться больше на грамматике. Focus on. To focus more on grammar. If you don't work on it. Если ты не будешь работать над ней. How are you going to improve it? Как ты собираешься ее улучшить? Конструкция to be going to do something. Собираться что-то сделать. Grammar. Inversion. Do. Really. While plus verb plus ing. I do feel I make mistakes while speaking. I feel so uncomfortable. Don't worry. You just need to focus more on grammar. If you don't work on it, how are you going to improve it? So to be going to do something. Hobbies. Hobby. What are you interested in? Чем ты интересуешься? Запомните такую конструкцию. Это называется dependent preposition. То есть зависящий предлог дословно, да? То есть у вас interested in, интересуешься чем-то. Ставится in. What is interested in? Обязательно смотрите также наши другие видео. В частности, мы с вами выкладывали, если вы помните, 155 English questions. Вот есть такое замечательное видео. Мы как раз с вами разбирали вот такие вопросы. Смотрите наши плейлисты. Вот, и как отвечать на этот вопрос. What are you interested in? Чем ты интересуешься? Там, чем ты увлекаешься, как вы скажете? Мы в том видео, кстати, разбирали. What are you keen on? What are you keen on? Чем ты увлекаешься? То же самое. Keen – увлекаться, он сохраняется. You know, ты знаешь, I like doing lots of things. Мне нравится делать множество вещей. Like doing. However, тем не менее, I'm particularly interested in foreign languages. Я особенно интересуюсь. То есть particularly interested – такая фраза. I'm really interested or I'm particularly interested in foreign languages. Иностранными языками. Там I'm interested in fashion. Я интересуюсь модой. Interested. Иди. So, hobbies. 155 English questions. What are you interested in? What are you keen on? Dependent preposition. You know, I like doing lots of things. However, I'm particularly interested in foreign languages. I'm interested in fashion. Shopping. Мы говорим go shopping или do the shopping. Там ходить за покупками или делать покупки. Do you like going shopping? Тебе нравится, значит, заниматься шопингом? Can you name a person who doesn't like it? Ты можешь назвать человека, который не любит это. Обратите внимание, что человек, поэтому who. Who – это как раз людьми. Who doesn't like it? The thing is that... Дело в том, что... Смотрите, какая фраза. Дело в том, что the thing is that... Or the problem is that... It takes plenty of time. Это занимает много времени. Plenty of time. Запомните, plenty of time, plenty of money фразы, множество времени, денег. And usually spend too much. И ты обычно тратишь слишком много, да? Plenty of time, plenty of money means lots of. Shopping. Go shopping, do the shopping. Do you like going shopping? Can you name a person who doesn't like it? The thing is that, or the problem is that it takes plenty of time and usually spend too much. So plenty of time, plenty of money, or lots of. Internet. How often do you use the internet? Как часто ты пользуешься интернетом? You know, sometimes I have a feeling, ты знаешь, иногда у меня есть чувство that I'm addicted to it, что я завишу от него, от интернета. It has become my passion. Это стало моей страстью. It's my obsession. То есть это то, что меня поглощает. То есть I'm obsessed with it. То есть я поглощен этим. I'm obsessed with it. Obsessed with it. Я поглощен этим.
Видите, здесь у нас с вами является present perfect. It has become my passion. Помните, как образуется? So you remember how to form it. Have has plus past participle. Have has и past participle. Третья форма глагола. Связь у нас с вами с настоящим есть. So, internet. Смотрите наши плейлисты по временам. How often do you use the internet? You know, sometimes I have a feeling that I'm addicted to it. It has become my passion. It's my obsession. I'm obsessed with it. Present perfect. Have has plus past participle. TV. Used to do something. Это то, что вы делали в прошлом, и сейчас уже не делаете. Смотрите даже наше видео по временам. Грамматика для начинающих и грамматика для среднего уровня наши плейлисты. Мы с вами там разбирали 150 английских конструкций и 100 английских конструкций подробно. И есть другие видео. How often do you watch TV? Как часто ты смотришь телевидение? I used to watch it almost every day. Ведь use это использовать, а used to watch it, значит я раньше смотрел это практически каждый день. My life is very different now. Моя жизнь очень отличная сейчас, то есть другая. Many things have changed with the appearance of online television. Многие вещи изменились с появлением appearance, значит, телевидения онлайн, and YouTube in particular, и YouTube в частности, and YouTube in particular. TV used to do something. How often do you watch TV? I used to watch it almost every day. My life is very different now. Many things have changed with the appearance of online television and YouTube in particular. Итак, друзья мои, sport, sport, do you like sport? Тебе нравится спорт? To say that I like sport, сказать, что мне нравится спорт, видите, сказать, это инфинитив, поэтому to say that I like sport is to say nothing, означает сказать ничего. Ведь инфинитив, что делать, поэтому to say nothing, I'm fond of it. Я обожаю его, fond of it. Запомните фразу, I'm fond of it, I'm fond of sport. Sport is my life. Спорт – моя жизнь. Sport, do you like sport? To say that I like sport is to say nothing. I'm fond of it. Sport is my life. Music, музыка. Do you like listening to music? Тебе нравится слушать музыку? Не забываем ing и to, like doing и слушать что-то, listen to music. I'm really keen on it. Я действительно этим увлекаюсь. Увлекаться keen on something, увлекаться чем-то. What kind of music do you prefer to listen? Or what sort of music do you prefer to listen? Какого рода музыку ты предпочитаешь слушать? Помните, what kind of, what sort of, отличные фразы. It depends on my mood. Помним, предлог depend on, зависит, это зависит on my mood. Mood это настроение. It depends on my mood. Do you like listening to music? I am really keen on it. What kind of music do you prefer to listen? It depends on my mood. Yesterday. Запомните, leave for означает go to. Вот leave это уезжать, а leave for куда-то идти. Да, действительно, да, go to. Look, how was your day yesterday? Как твой был день вчера? You know, ты знаешь, nothing special. Ничего особенного. It was an ordinary day. Это был обычный день. I left for work. Я отправился на работу very early. Очень рано. At 7 o'clock in the morning. В 7 часов утра. I've got used to getting up so early. Я привык, да? I've got used to getting up so early. Привык вставать так рано. Запомните конструкцию. Смотрите, мы с вами говорили в наших плейлистах по грамматике to be или get used to doing something. Привыкнуть к чему-либо. То есть можно сказать I am used to it, или I'm used to getting up early, или I've got used. Я привык. Это просто во время present perfect очень часто употребляется. Запомните. Я привык к чему-то. I've got used to getting up so early. И, конечно, не забываем поставить инговую форму. Опять же, направляю вас в видео 150 английских конструкций, 100 английских конструкций и другие видео наши по грамматике в плейлистах. It's okay for you now. Значит, это нормально для тебя сейчас. It's okay for you now. Normal. Yesterday. Leave for go to. How was your day yesterday? You know, nothing special. It was an ordinary day. I left for work very early, at 7 o'clock in the morning. I've got used to getting up so early, to be or get used to doing something, so it's okay for you now. Tomorrow. Завтра. What are you going to do tomorrow? Что ты собираешься делать завтра? Going to – собираться что-то сделать. Well, итак, I think I'll go out. Я пойду на улицу. With my girlfriend. С моей девушкой. We really like spending time together. Нам действительно нравится проводить время вместе. Like doing, если вам что действительно нравится. Like spending time together. Значит, тратить деньги, spend time,
То есть тратить время, spend time, деньги, spend money. So, tomorrow, what are you going to do tomorrow? Well, I think I'll go out with my girlfriend. Really like spending time together. My girlfriend. So, you know that we use present perfect continuous. Мы с вами используем present perfect continuous с how long. Но, если у вас есть глаголы, у которых нет continuous form, no continuous form, то мы используем present perfect. Настоящее совершенное время. И такие глаголы, как understand, want и know. Это основные глаголы. Look. How long have you known your girlfriend? Как долго ты знаешь свою девушку? Видите, по логике мы должны были с вами использовать с how long present perfect continuous. How long have you been known? Так нельзя сказать, потому что know не имеет continuous, поэтому просто третья форма. How long have you known your girlfriend? For about 10 years. Около 10 лет. How long have you been dating? Как долго ты встречаешься? Date – это дата, и date – встречаться. For 2 months. 2 месяца. My girlfriend. How long present perfect continuous? No continuous form present perfect. Understand, want, know. How long have you known your girlfriend? For about 10 years. How long have you been dating? For 2 months. My boyfriend. Значит, мой парень. Do you have a boyfriend? У тебя есть парень? No. Aren't you dating with Nick? Разве ты не встречаешься с Ником? No, нет. We broke up. Or we split up. Or we separated. Мы расстались. Эта фраза и глагол означает расстаться. Broke up, split up. Смотрите наш плейлист по фразовым глаголам. Okay, good. So, do you have a boyfriend? No. Aren't you dating with Nick? No. We broke up or we split up or we separated. Family. Семья. Have you got a large family? У тебя большая семья? Not really. В действительности нет. I don't have any brothers or sisters. У меня нет каких-либо братьев или сестер. So you are an only child. Таким образом, ты единственный ребенок. Right. An only child. Запомните, единственный ребенок. Family. Have you got a large family? Not really. I don't have any brothers or sisters. So you are an only child. Right. Last weekend. Значит, прошлый выходной. What did you do last weekend? Что ты делал на прошлых выходных? I went to my country house. Значит, я пошел в мой загородный дом with my best friends. Поехал там с моими лучшими друзьями. We had a great time together. Мы прекрасно провели время. Запомните выражение have a good time, также have a great time. Хорошо провести время, прекрасно провести время. Last weekend. What did you do last weekend? I went to my country house with my best friends. We had a great time together. Have a good time, have a great time. England, Англия. Would you like to go to England? Хотел бы ли ты поехать в Англию? Well. Итак, this idea sounds interesting. Эта идея звучит интересно. I've been there twice. Я был там 2 раза. Twice. Вы помните, что когда говорим 3 раза, много раз, 2 раза, то мы используем время present perfect. I've been there twice. Anyway. Тем не менее, anyway, I'd like to visit it at least one more time. Я бы посетить это как минимум, то есть minimum one more time or at least one more time. По крайней мере, this означает по крайней мере at least one more time. По крайней мере еще один раз. Minimum one more time. So yeah, we talked about it that present perfect. Yeah, I've been to. Смотрите, у вас именно если вы там были где-то, то предлог to. I've been to England many times. Например, I've been to England twice, 2 times, 3 times, many times. Запоминаем, что present perfect после been ставится to. Okay, good. Где вы были? England. So, would you like to go to England? Well, this idea sounds interesting. I've been there twice. Anyway, I'd like to visit it at least one more time, or minimum one more time. Present perfect. I've been to twice, 2 times, 3 times, many times. Next, America. Okay, would you like to live in America? Ты хотел бы жить в Америке? To be honest, честно говоря, or to be frank, то же самое, откровенно говоря, yes, да. I know this country is full of opportunities. Я знаю, что эта страна полна возможностей, full of. I feel I need to try. Я чувствую, что мне нужно попробовать. Need to, I need to try. Okay, America. So, would you like to live in America? To be honest or to be frank, yes. I know this country is full of opportunities. I feel I need to try. The United States. Соединенные Штаты. So, you know that we use present perfect. Мы используем present perfect с ever. Have you ever been to the United States?
Ты когда-либо был в Соединенных Штатах Америки, да? Been to, мы говорили, и the United States. Называем the United States. Not yet. Еще нет. Why not? Почему? I'm going to do it next year. Я собираюсь сделать это в следующем году. So, the United States, present perfect. Have you ever been to the United States? Not yet. Why not? I'm going to do it next year. School, школа. Do you like your school? Тебе нравится твоя школа? I can't give you a definite answer. Я не могу дать тебе определенного ответа. Or I can't give you a certain answer. Определенного ответа. There are some advantages. Есть некоторые преимущества или pluses, плюсы. And disadvantages, недостатки, or minuses, минусы, of studying there, обучение там. Мы с вами говорили про правило, что если у вас предлог не ту, другой предлог, есть глагол, то добавляем инговую форму. Of studying there. What do you mean? Что ты имеешь в виду? I mean that most of our teachers are very professional. Я имею в виду, что большинство из наших учителей очень профессиональные. But unfortunately, но к несчастью, not all of them. Не все из них. Do you like your school? I can't give you a definite answer or a certain answer. There are some advantages, pluses, and disadvantages, minuses, of studying there. What do you mean? I mean that most of our teachers are very professional, but unfortunately, not all of them. University, университет. You know, вы знаете, что с for мы используем present perfect continuous. Если действие началось в прошлом, it started some time ago, and it's still happening now. Оно все еще происходит. Do you work or study? Ты учишься или ты работаешь или учишься? I study. Я учусь. I go to university. Я хожу в университет. Go to university. I've been studying there for 2 years. Я учусь здесь 2 года. О чем мы с вами говорили? For указывает нам на это время. I've been studying there for 2 years, so it means that I started studying there 2 years ago. Я начал учиться там 2 года назад, and I'm still doing it. Я все это еще делаю. So I'm still student. Я все еще студент. I'm sure this education will help me. Я уверен, это образование поможет мне a lot, очень сильно, in the future, в будущем. I'm proud of, я горжусь, of such a good university, таким хорошим университетом. Weather, погода. What's the weather like today? Какова сегодня погода? Какая сегодня погода? Такая фраза. What's the weather like today? It's cold, холодно, and it's been raining all day. Идет дождь целый день. Опять же, видите, указывает на время present perfect continuous. It has been raining, or it's been raining, потому что it's started in the past, началось в прошлом, and it's still going on. Это все еще происходит. Going on or happening. Really, it started raining some time ago, and it's still raining. I think you don't like this kind of weather. Ты думаешь, тебе не нравится такого рода погода? Sure, конечно. I like it when it's warm and sunny. Мне нравится, когда тепло и солнечно. Смотрите, мы говорили, что студенты забывают говорить it. Мне нравится, когда вот в русском вот нету it, а в английском надо говорить I like it when. Запомните эту структуру. Мне нравится, когда I like it when. Не забывайте поставить it. I like it when it's warm and sunny. So, weather. What's the weather like today? It's cold and it's been raining all day. It started raining some time ago and it's still raining. I think you don't like this kind of weather. Sure, I like it when it's warm and sunny. Reading. Чтение. Are you keen on reading? Ты увлекаешься чтением? You know, ты знаешь, it's one of my greatest hobbies. Это одно из моих самых больших хобби. Although, хотя, it's so difficult to find time for it. Так сложно найти время для этого. I often have to overwork. Значит, часто должен. Вот have to должен. Overwork, перерабатывать. More than that, более того. Или moreover. То же самое, более того, или in addition to it, в добавлении к этому, the way to work is very long. Значит, путь на работу очень длинный. I need to do something about it, about that. Мне нужно сделать что-то по поводу этого. Do something about that, сделать что-то по поводу этого. So I need maybe to change it, изменить это. Okay, reading. Are you keen on reading? You know, it's one of my greatest hobbies, although it's so difficult to find time for it. I often have to overwork. More than that, or moreover, in addition to it, the way to work is very long. I need to do something about that. Foreign languages, иностранные языки. You know this structure, вы помните эту конструкцию. I wish, I, и past simple. It называется the second conditional. Второе условное наклонение. I wish, I, и время past simple.
What foreign languages would you like to learn? Какие иностранные языки ты хотел бы изучать? I wish I knew Spanish and Chinese. Я желаю, чтобы я знал. Видите, I wish I и past simple. I wish I knew Spanish and Chinese. Я желаю, чтобы я знал испанский и китайский. So, what's the problem? В чем проблема? Lack of free time. Нехватка свободного времени. Not enough. И также lack может быть глаголом. I lack free time. Мне не хватает свободного времени. It means I don't have free time. Foreign languages. I wish I, past simple, the second conditional. What foreign languages would you like to learn? I wish I knew Spanish and Chinese. So, what's the problem? Lack of free time, not enough free time. Or I lack free time. Traveling. Путешествие. What about doing something? Такая конструкция, да? Что насчет, чтобы что-то сделать? What about doing something? Или how about doing something? Значит, глагол добавляем инговую форму. What about traveling? Что насчет путешествия? What about traveling? I'm really fond of it. Действительно, обожаю его. Fond of it. What countries have you been to? Какие страны ты был? В каких странах ты был? Посмотрите внимание. To не забываем поставить. What countries have you been to? Или даже могли спросить. What countries have you visited? То же самое. What countries have you visited? Или have you already можно было добавить. Have you already? Тоже можно было добавить already. Already been to or have you already visited? Yeah? You see? Well, итак, I've been to Brazil. Я был в Бразилии, Индия. Значит, в Индии, Вьетнам. В Вьетнаме, Russia. Россия and the United States. Соединенных Штатах. Traveling. What about doing something or how about doing something? What about traveling? I'm really fond of it. What countries have you already been to or what countries have you already visited? What countries have you already visited? Well, I've been to Brazil, India, Vietnam, Russia, and the United States. Computer games. Компьютерные игры. Do you sometimes play computer games? Ты иногда играешь в компьютерные игры? Yes, I do. Короткий ответ на do. Yes, I do. It goes without saying. Это само собой разумеется. It goes without saying. В принципе, синонимы sure, конечно, obviously. Очевидно, clearly. Тоже ясно, ясно, что так, clearly. I can't say that I'm addicted to it. Я не могу сказать, что я завишу от этого. Addicted to it. I can manage my time very effectively. Я могу управлять своим временем очень эффективно. I can manage my time very effectively. Okay, computer games. Do you sometimes play computer games? Yes, I do. It goes without saying sure, obviously, clearly. I can't say that I'm addicted to it. I can manage my time very effectively. Education in the United States. Yeah? Образование в Соединенных Штатах. Would you like to study in the United States? Ты хотел бы учиться в Соединенных Штатах? It's what I'm thinking about. Это то, о чем я сейчас думаю. It's what I'm thinking about right now. Прямо сейчас. I'd really like to get a perfect education. Я действительно хотел бы получить отличное образование and improve my English. И улучшить свой английский. I suppose, я предполагаю, living in an English-speaking country, то есть жизнь в англоговорящей стране, can be a good choice, может быть хорошим выбором. Education in the United States. Would you like to study in the United States? It's what I'm thinking about right now. I'd really like to get a perfect education and improve my English. I suppose living in an English-speaking country can be a good choice. Work. Работа. What's a job? I work as a shop assistant. Я работаю продавцом. Можно также было просто сказать I'm a shop assistant или I work as. I work as a shop assistant. Do you find this job interesting? Ты находишь эту работу интересной? To tell you the truth. Сказать правду. I can't say it's my dream job. Я могу сказать, что это работа моей мечты. But I need to start with something. Мне надо начать с чего-то. I'd like to make a career. Я бы построить карьеру. I'm sure it's possible. Я уверен, что это возможно. Work. What's a job? I work as a shop assistant. Do you find this job interesting? To tell you the truth, I can't say it's my dream job, but I need to start with something. I'd like to make a career. I'm sure it's possible. Personality. Личность. What kind of person are you? Какого рода ты человек? То есть, что ты за человек? What sort of person are you? What kind of person are you? First of all, firstly, or first, во-первых, I'd like to tell you that I'm a good friend. Я бы сказал, что я хороший друг. You can rely on me. Ты можешь положиться на меня. Or you can count on me.
Ты можешь рассчитывать на меня. Or you can trust me. I'm always ready to help if necessary. Я всегда готов помочь if necessary, если необходимо. So if you need it, если тебе это нужно. Secondly, или second, во-вторых, I'm very ambitious. Я очень амбициозный. I set a name, я ставлю цель and achieve it, и достигаю ее. I really like it. Мне действительно это нравится. So, personality. What kind of person are you? First of all, I'd like to tell you that I'm a good friend. You can rely on me. Or you can count on me. You can trust me. I'm always ready to help if necessary or if you need it. Secondly, I'm very ambitious. I set a name and achieve it. I really like it. So, yeah, career. Would you like to make a career? Certainly. Конечно. Хотел бы сделать карьеру. Certainly, конечно. Или of course, конечно. Или definitely, определенно. Sure, конечно. It goes without saying. Само собой, разумеется. It will open up new opportunities for me. Это откроет новые возможности для меня. Вот такая фраза. Open up new opportunities for me. I'd like to develop my professional skills. Хотел бы развивать свои профессиональные навыки. As well as getting more money. Так же, как зарабатывать больше денег. As well as означает так же, как... И дальше глагол у вас идет с инговой формы. As well as getting more money. As well as, такая конструкция. As well as getting more money. As well as doing something, okay? So, career. Would you like to make a career? Certainly, of course, definitely, sure. It goes without saying. It will open up new opportunities for me. I'd like to develop my professional skills. As well as getting more money. As well as doing something. Marriage and divorce. Это свадьба и развод. So you know that be обычно не имеет no continuous form, не имеет форм продолженного времени. И, соответственно, мы используем present perfect instead of вместо present perfect continuous. Look, I am married. Ты женат, замужем, right? Да, we've been married for 5 years. Мы женаты 5 лет. По логике, смотрите, мы говорили, что с for должен убираться present perfect continuous. Опять же, смотрите, наш плейлист по временам там подробно разбираем. For 5 years, но... Be мы не используем. Помните, мы говорили об этих глаголах want, understand, know. Поэтому заменяем present perfect continuous на present perfect. Right. They've been married for 5 years. Do they know they got divorced? Ты знаешь, что они развелись? They got divorced. Really? Да? I didn't know that they broke up. Не знаю, что они расстались. Break up – фразовый глагол. Смотрите наш плейлист по фразовым глаголам. Broke up or split up. I didn't know that they broke up. Okay? So, marriage and divorce. B, no continuous form. So, present perfect. Are you married? Right. We've been married for 5 years. Do you know that they got divorced? Really? I didn't know that they broke up. Last weekend. Прошлый выходной. How was your last weekend? Как твой был прошлый выходной? Well, it was a complete nightmare. Это был полный кошмар. Complete nightmare. Everything went wrong. Все пошло не так. I was bitterly disappointed. Я был горько разочарован. Or I was greatly disappointed. Отличные фразы, устойчивые, называются collocations. Вот в английском языке очень важно знать различные collocations, устойчивые фразы, чтобы ваша речь была именно такой естественной. I was bitterly disappointed. Я был горько разочарован. So, last weekend. How was your last weekend? Well, it was a complete nightmare. Everything went wrong. I was bitterly disappointed. I was greatly disappointed. So, collocations. Looking for a job. Значит, ищем работу. Are you looking for a job? Ты ищешь работу? Yeah, да. What would you like to have? Что ты хотел бы иметь? Какую работу? What job would you like to have? Какую бы работу ты хотел иметь? First of all, прежде всего, I'd like to have a well-paid job. Хотел бы иметь высокооплачиваемую работу. Secondly, во-вторых, I can't stand doing something that I don't like. Во-вторых, мне не нравится, I can't stand или I can't bear. Я ненавижу делать то, что мне не нравится. I can't stand. Это то же самое, что I hate. I can't stand, I can't bear something, doing something that I don't like. Okay? So, looking for a job. I'm looking for a job, yeah. What job would you like to have? First of all, I'd like to have a well-paid job. Secondly, I can't stand doing something that I don't like. Traffic jams. Пробки. Вспоминаем passive voice. Пассивный залог. Если во времени past simple, значит, это получается, соответственно, простое прошедшее время. Действие совершается кем-то. Was were плюс третья форма. Was were done. Look. Why are you late? Почему ты опоздал? Sorry, I was held up in a traffic jam. Значит, я был задержан, дословно,
в пробке, то есть held up или I was delayed, то же самое, I was delayed in a traffic jam, то есть я был задержан в пробке, это пассивный залог. Held up, такой in, held up in a traffic jam. В таком контексте, I was held up in a traffic jam, okay? Good. So, traffic jams. Passive voice, past simple. Was, were, plus done. Why are you late? Sorry, I was held up in a traffic jam or I was delayed there. Okay, let's talk about free time or spare time, свободное время. Называем free time или также spare time. Okay, how do you usually spend your spare time? Как ты обычно проводишь свое свободное время? So, spare time or free time. I wish I had it. Я желаю, чтобы оно у меня было. Помните конструкцию wish? И past simple здесь. I wish I had it. I have so many things to do. У меня есть столько вещей, которые нужно сделать. I have so many things to do. Maybe you can tell me how I can manage my time more effectively. Возможно, ты можешь сказать, как мне сделать, управлять своим временем более эффективно. So, free time, spare time. How do you usually spend your spare time? I wish I had it. I have so many things to do. Maybe you can tell me how I can manage my time more effectively. Money, деньги. How much money do you earn? Как много денег ты зарабатываешь? Or how much money do you get? On average, в среднем, on average, my salary is about $1,000, $1,000. I hope I'll get more. Я надеюсь, я буду получать больше. So, on average. So, you have different figures, различные цифры. 5, 7, 8, 4. So, 24. If you divide, если ты разделишь, if you divide 24 by 4, на 4, you'll get 6. So, it's an average number. Это среднее число. It's an average number. Okay, so, good, really. How much money do you earn? How much money do you get? On average, my salary is about $1,000. I hope I'll get more. Self-education, самообразование. How do you prefer to learn English? Как ты предпочитаешь изучать английский? You know, I don't think that we can gain knowledge only by attending English classes. Ты знаешь, я не думаю, что можем получать знания, gain knowledge, отличное выражение, или get knowledge, только посредством only. Значит, by означает посредством, by глагол синговой формы, посредством посещения, by attending English classes. I tend to think, я склонен думать, it's an old concept, это старая концепция, it's an old idea, это старая идея. I'm sure, я уверен, we can learn a lot, мы можем выучить очень много by ourselves, самостоятельно, запомните, by ourselves, самостоятельно, или также on our own, thanks to, благодаря various sources, по различным источникам, which are available nowadays. Которые доступны сейчас, which are available nowadays. Self-education. How do you prefer to learn English? You know, I don't think that we can gain knowledge only by attending English classes. I tend to think it's an old concept, it's an old idea. I'm sure we can learn a lot by ourselves or on our own, thanks to various sources which are available nowadays. Happiness. Счастье. Do you think you are a happy person? Ты думаешь, ты счастливый человек? I don't think that happiness is only money. Значит, я не думаю, что счастье это только деньги. Believe it or not. Верь этому или нет. Being poor, значит, быть бедным. Это, видите, глагол синговой формы, будучи бедным, being poor, I feel really happy. Будучи бедным, я чувствую себя действительно счастливым. Being poor, I feel very happy. Видите, это будучи. Когда глагол будучи. Being poor, I feel really happy. Being a student, I work. Будучи студентом, другой пример, будучи студентом, я работаю. Being a student, I work. So, 35 or 38, happiness. Do you think you're a happy person? I don't think that happiness is only money. Believe it or not, being poor, I feel really happy. So, being a student, I work. Our English teacher, наш учитель английского языка. What's your opinion about our English teacher? Какое твое мнение по поводу нашего учителя английского языка? He is highly professional. Он очень высокопрофессиональный. То есть он очень профессиональный. Это collocation. Устойчивое выражение. He is highly professional. The lessons he uploads on YouTube. Уроки, которые он загружает на YouTube, are really worth watching. Действительно стоит посмотреть. Значит, это collocation, highly professional, и worth doing something. Стоит что-то сделать.
The lessons, можно сказать, твои уроки стоит посмотреть. Your lessons are, далее worth и глагол. Are worth watching. Или his lessons, его уроки. His lessons are worth watching. So, collocation, worth doing something. Our English teacher. What's your opinion about your English teacher? He's highly professional. The lessons he uploads on YouTube are really worth watching. Your lessons are worth watching. So, collocation, worth doing something. Smoking. Значит, курение. What's your attitude towards smoking? Какое твое отношение к курению? Everyone has to decide it on their own. Каждый должен решить. Has to, модальный глагол, должен, да, заменитель must. Has to decide it on their own, самостоятельно. То есть on my own, это самостоятельно, когда говорю о себе. Everyone, здесь заменяется their, просто такое правило. On their own мы говорим. Если это on their own. То есть это everyone здесь понимается как they, on their own. I don't smoke. Я не курю as or because, as так как, as I prefer to lead a healthy lifestyle. Так как я предпочитаю вести здоровый образ жизни. To lead a healthy lifestyle. So, smoking. What's your attitude towards smoking? Everyone has to decide it on their own. I don't smoke as I prefer to lead a healthy lifestyle. То есть, видите, on my own, это самостоятельно, или by myself, когда о себе. Okay, good. Hell, no, poverty, бедность. Passive voice with the modal verb. Значит, страдательный залог с модальным глаголом сейчас у нас с вами будет. Have you ever lived in poverty? Ты когда-либо жил в бедности? Ведь ever указывает нам на время present perfect. Have you ever lived in poverty? Luckily, к счастью, not, or fortunately not. I know it's a major social problem. Я знаю, что это очень важная социальная проблема. Very important social problem. And it can't be left unnoticed. И она не может быть оставлена незамеченной, unnoticed. Или it can't be ignored. Ее нельзя игнорировать. Видите, can't be плюс третья форма. Это страдательный залог именно с как раз с модальным глаголом can't. Can't be left unnoticed, can't be ignored. We need to tackle this problem somehow. Нам нужно, значит, решить эту проблему как-то. Tackle this problem somehow. Или deal with this problem, иметь дело. Deal with this problem somehow. Нам нужно иметь как-то дело с этой проблемой, решить ее проблему. We need to tackle. Но solve – это уже решить, а tackle – это постараться что-то сделать, чтобы ее решить. We need to tackle this problem somehow, or we need to deal with this problem somehow. So, poverty. Passive voice with the modal verb. Have you ever lived in poverty? Luckily not, or fortunately not. I know it's a major serious problem, and it can't be left unnoticed. It can't be ignored. We need to tackle this problem, or we need to deal with this problem somehow. Somehow, как-то. Health. Здоровье. So, how do you look after your health? Как ты заботишься о своем здоровье? Well, итак, I go jogging. Я хожу бегать. Вот такая пробежка – это go jogging. Да, именно такая фраза – I go jogging. But I perfectly understand. Но я прекрасно понимаю, it isn't enough. Это недостаточно. I need to do much more. Мне нужно сделать намного больше. To be in a perfect shape. To означает «чтобы». Чтобы быть. To be in a perfect shape. Чтобы быть в прекрасной форме. Знаете, look after – заботиться. Или также take care of – то же самое. Take care of your health or look after your health. So, health. How do you look after your health? Well, I go jogging, but I perfectly understand it isn't enough. I need to do much more to be in a perfect shape. Yeah? Look after or take care of. Next, self-employment. Самозанятость. Да? Are you self-employed? То есть ты работаешь на себя. Are you self-employed? Yeah, да. I come to the conclusion. Я прихожу к выводу. That working for myself, что работая на себя, что делаю я, это инговая форма означает, что делаю я, working for myself is the best thing for me. Что работа на себя это самая лучшая вещь для меня, is the best thing for me. Okay, good. Self-employment. Are you self-employed? Yeah, I come to the conclusion that working for myself is the best thing for me. Education, образование. What kind of education would you like to get? Какого рода, да, what kind of или what sort of education ты хотел бы получить? To be frank, откровенно говоря, или to be honest, честно говоря, sometimes I don't see the necessity of getting a higher education. Я не вижу необходимости получения высшего образования.
As we can learn, as означает because, так как, мы можем выучить a lot from experience. As we can learn a lot from experience, так мы можем выучить очень много из опыта. But maybe I'm mistaken, but возможно я ошибаюсь, I'm mistaken. If so, если так, please correct me, пожалуйста, исправь меня. So education, what kind of education would you like to get? To be frank, or to be honest, sometimes I don't see the necessity of getting a higher education, as we can learn a lot from experience, but maybe I'm mistaken. If so, please correct me. Religion, значит религия. Are you a religious person? Ты религиозный человек? I can't say it, but I believe in God. Я не могу сказать это, но я верю в Бога. Believe in God. I go to church from time to time. Я хожу в церковь. I go to church from time to time. Время от времени. Sometimes I read spiritual literature. Иногда я читаю духовную литературу. Spiritual literature. Слово spirit. Дух. On the meaning of life. По поводу смысла жизни. On the meaning of life. I really admire. Действительно восхищаюсь. Или I respect. Уважаюсь. Или I look up to. Значит, восхищаюсь, уважаюсь. The lives of different saints. Жизни различных святых. Saints. They reached perfection. Значит, они достигли совершенства in spiritual development, в духовном развитии, a general understanding, это общее понимание, general understanding. Anyway, тем не менее, this subject is quite interesting. Это предмет достаточно интересный, quite interesting. So, religion. Are you a religious person? I can't say it, but I believe in God. I go to church from time to time. Sometimes I read spiritual literature on the meaning of life. I really admire or respect, look up to the lives of different saints. They reached perfection in spiritual development. So it's a general understanding. Anyway, this subject is quite interesting. Corruption. Коррупция. What can you say about the level of corruption in your country? Что ты можешь сказать по поводу уровня коррупции в твоей стране? It leaves a lot to be desired. Оно оставляет желать лучшего. Вот такая фраза. Leaves a lot to be desired. It isn't perfect at all. Оно вовсе не совершенно. I hope the situation will change sooner or later. Надеюсь, ситуация изменится раньше или позже, да? Corruption. What can you say about the level of corruption in your country? It leaves a lot to be desired. It isn't perfect at all. I hope the situation will change sooner or later. New Year. Новый год. How will you celebrate New Year? Как ты будешь праздновать Новый год in a family circle? В семейном кругу. I'd like to do it abroad. Я хотел бы сделать это за границей. I'm absolutely convinced. Я совершенно убежден, то есть я полностью убежден. Or I'm absolutely sure. It will be an unforgettable experience. Это будет незабываемый опыт. New Year. How will you celebrate New Year? In a family circle. I'd like to do it abroad. I'm absolutely convinced. Or I'm absolutely sure. It will be an unforgettable experience. Christmas, Рождество. Do you celebrate Christmas? Ты отмечаешь Рождество, празднуешь Рождество? Yes, I do, да. As you might know, как ты, возможно, знаешь, as you might know, it's one of the greatest religious holidays in Christianity. Это один из самых больших религиозных праздников в христианстве. After Easter, после Пасхи, I would say so. Я бы сказал так. I would say so. Вот это бы. I would say so. Christmas. Do you celebrate Christmas? Yes, I do. As you might know, it's one of the greatest religious holidays in Christianity. After Easter, I would say so. Newspapers. Значит, газеты. Do you sometimes read newspapers? Ты иногда читаешь газеты mostly online, в основном online, or mainly online, то же самое, в основном online. To be more exact, быть более точным, I used to do it. Я раньше это делал. Помните, used to? Do, значит, что вы раньше делали, сейчас уже не делаете. To be more exact, I used to do it. Быть более точным, я раньше это делал. I prefer to read something very short online. Я предпочитаю читать что-то очень коротенькое онлайн. This format is more convenient for me. Этот формат более удобен для меня. It suits me. Он мне подходит. So, newspapers. Do you sometimes read newspapers? Mostly online or mainly online? To be more exact, I used to do it. I prefer to read something very short online. This format is more convenient for me. It suits me. Magazines. Журналы. What kind of magazines do you read? Or do you prefer to read?
Какого рода журнала ты предпочитаешь читать? Well, ну, или так. I can't say that I'm keen on reading. Я не могу сказать, что я увлекаюсь чтением. I mostly listen to something online. Я в основном слушаю. Mostly в основном слушаю что-то онлайн. I'm a good listener. Я хороший слушатель. То есть у меня хорошо с аудированием. And this format suits me. Этот формат подходит мне. So, magazines. What kind of magazines do you prefer to read? Well, I can't say that I'm keen on reading. I mostly listen to something online. I'm a good listener and this format suits me. Mass media. Средства массовой информации. What can you say about the mass media in our country? Что ты можешь сказать о масс-медиа, о СМИ в нашей стране? I've got used to watching TV and reading newspapers. Помните, мы говорили, я привык, да? I've got used to, или также I've got accustomed to watching TV. Я привык смотреть ТВ и читать газеты. Видите, got used или accustomed to и глагол с инговой формой. Запомните это выражение, запомните это выражение. It's a normal thing for me. Это нормальная вещь для меня, but I don't like propaganda. Мне не нравится пропаганда. Mass media. What can you say about the mass media in our country? I've got used to watching TV and reading newspapers. It's a normal thing for me, but I don't like propaganda. Entertainment, развлечения. What kind of entertainment do you prefer? Какого рода развлечения или фан, веселье ты предпочитаешь? I particularly like going to the cinema. Мне особенно нравится такая фраза. I particularly like going to the cinema. И что-то вам реально нравится? Like doing, да? Like going to the cinema. I also enjoy. Я также обожаю playing computer games. Играть в компьютерные игры. После enjoy глагол сленговой формы. I enjoy playing computer games. Although, хотя, my parents don't think it's a very good pastime. Хотя мои родители не думают, что это очень хорошее времяпровождение. So, entertainment. What kind of entertainment or fun do you prefer? I particularly like going to the cinema. I also enjoy playing computer games, although my parents don't think it's a very good pastime. Next, party, вечеринка. How was the party? Как была вечеринка? It went all night. Она продолжала всю ночь. I got to know new interesting people. Я познакомился, вот got to know, познакомился. I got to know new interesting people, с новыми интересными людьми. The music was amazing. Музыка была удивительная. I was full of, я был полон позитивных эмоций. Положительных эмоций. I was full of positive emotions. Party. How was the party? It went on all night. I got to know new interesting people. The music was amazing. I was full of positive emotions. Значит, джоген, значит, пробежка. So, do you like jogging? Тебе нравится бегать? I often go jogging. Я часто хожу бегать. It helped me lose weight. Это помогло мне сбавить вес. То есть можно сказать, it helped me to lose weight. Или также тоже правильно без to. It helped me lose weight. What's your experience? Какой у тебя опыт? And you. А у тебя? То же самое. What's your experience and you? So, jogging. Yeah? So, do you like jogging? I often go jogging. It helped me lose weight. What's your experience and you? First date. Первое свидание. Are you worried before your first date? Ты волнуешься перед своим первым свиданием? A bit. Немножко. Чуть-чуть. Or a little. Немного. I'd like to make a good impression on her. Я все хотел бы произвести хорошее впечатление на нее. So, таким образом, I'll try to do my best. Я постараюсь сделать все возможное от себя. I'll try to do my best. So означает as a result. Таким образом, I'll try to do my best. First date. Are you worried before your first date? A little. I'd like to make a good impression on her. So I'll try to do my best. Advertising. Реклама. What can you say about advertising? Что вы можете сказать насчет рекламы? I work as a sales manager. Я работаю менеджером по продаже. And it helps us. Это помогает нам boost our sales. Увеличить наши продажи, повысить их существенно, или increase them greatly, увеличить их очень сильно. People become our clients. Люди становятся нашим клиентом thanks to it. Благодаря рекламе, то есть благодаря ей, or because of it, из-за нее, because of it. Advertising. What can you say about advertising? I work as a sales manager and it helps us boost our sales, increase them greatly. People become our clients thanks to it or because of it. Age, возраст. How old are you? Сколько тебе лет? I'm 60, мне 60, but I'm young at heart.
Но я молод в душе. I don't feel my age. Я не чувствую своего возраста. How old are you? I'm 60, but I'm young at heart. I don't feel my age. Our aims. Наши цели. What are your aims? Какие твои цели? Or what are your goals? I have several aims. У меня есть несколько целей. First, во-первых, I'd like to improve my English. Я хотел бы улучшить свой английский and reach a strong intermediate level и достигнуть хорошего среднего уровня. Second, во-вторых, I'd like to save up some money. Я хотел бы накопить немножко денег to go to an English-speaking country. Чтобы, to это чтобы, to go to an English-speaking country, чтобы пойти, поехать в англоговорящую страну, to practice speaking English, чтобы практиковаться говорить по-английски. Practice doing, да, после practice глагол single form, practice speaking English. Our aims. What are your aims? What are your goals? I have several aims. First, I'd like to improve my English and reach a strong intermediate level. Second, I'd like to save up some money to go to an English-speaking country to practice speaking English. Future, будущее. Do you often think about your future? Ты часто думаешь о своем будущем? Quite often. Довольно часто. I need to set a clear aim. Нужно поставить ясную цель. So that. С тем, чтобы. I can achieve it. Я мог ее достичь. Planning is also essential. Планирование также необходимо. Essential или necessary. I believe. Я верю. If you have a clear life strategy. Если есть четкая жизненная стратегия, it's an advantage. Это преимущество. Or it's a plus. Do you often think about your future? Quite often. I need to set a clear aim so that I can achieve it. Planning is also essential. I believe if you have a clear life strategy, it's an advantage, it's a plus. Car, машина. Do you have a car? У тебя есть машина? Yes, I do. Да, I bought it last year. Я купил ее в прошлом году. I can also say that it's very reliable. Я даже могу сказать, что она очень надежная, reliable. So I can rely on it, я могу положиться на нее. So, таким образом, it never breaks down. Она никогда не ломается. So, do you have a car? Yes, I do. I bought it last year. I can also say that it's very reliable. I can rely on it. So, it never breaks down. About myself. О себе. What can you say about yourself? Что ты можешь сказать о себе? I study at university. Я учусь в университете. My major, то есть моя специализация, is entrepreneurship. Предпринимательство or business, business. I have always wanted to become a businessman. Я всегда хотел стать бизнесменом or entrepreneur, предпринимателем. Если всегда вы что-то хотели сделать давно и по настоящее время, то говорим I have always wanted во время present perfect. I have always wanted to do it. I have always wanted to become там, a businessman or entrepreneur. So about myself. What can you say about yourself? I study at university. My major is entrepreneurship business. I have always wanted to become a businessman or entrepreneur. My day, мой день. How do you usually spend your day? Как ты обычно проводишь свой день? As you know, как ты знаешь, I work and study at the same time. Я учусь и я работаю, учусь тоже одновременно. It makes my life a bit more complicated. Это делает мою жизнь немножко более усложненной or difficult, сложной. I just have some free time before I go to bed. У меня только есть just или only немножко свободное время before I go to bed. Перед тем, как я иду спать. So, my day, how do you usually spend your day? As you know, I work and study at the same time. It makes my life a bit more complicated, a bit more difficult. I just have some free time before I go to bed. And you see my profession. Моя профессия. What's your profession? Какая твоя профессия? I'm a doctor. Я врач. Isn't it boring for you? Это не скучно для тебя? Видите, вопрос в отрицательной форме. Is it boring for you? What are you talking about? О чем ты говоришь? How can it be boring? I mean, helping other people. Как это может быть скучно? Я имею в виду помогать другим людям. So, my profession. What's your profession? I'm a doctor. Isn't it boring for you? What are you talking about? How can it be boring? I mean, helping other people. Okay, next. My city. Мой город. Do you like living in the city? Тебе нравится жить в этом городе? I wish I lived in another city. Я желаю, чтобы я жил бы в другом городе. Это past simple, that's a wish. So you have no choice. Таким образом, у тебя нет выбора, right? Верно? Absolutely. Да.
Absolutely, значит, да, yes. My city. Do you like living in the city? I wish I lived in another city. So you have no choice, right? Absolutely, yes. My house, мой дом. Do you have your own house? У тебя есть свой собственный дом? This house belongs to my parents. Этот дом принадлежит моим родителям. One of my greatest dreams is to have my own house. Одна из самых моих больших мечт, или одна из, моя самая большая мечта, одна из самых, да, is to have, заключается в том, чтобы is, заключается в том, чтобы это is, заключается в том, чтобы to have, иметь, неопределённая форма глагола, to have my own house, иметь свой собственный дом. You're absolutely right. Ты совершенно прав. My house. Do you have your own house? This house belongs to my parents. One of my greatest dreams is to have my own house. You're absolutely right. Memory. Память. Do you have a good memory? У тебя хорошая память? It often lets me down. Она часто меня подводит. I have such a terrible memory. У меня такая ужасная память. I often keep forgetting different things. Я часто продолжаю забывать различные вещи. Keep doing. Something продолжает что-то делать. Keep forgetting different things. My memory is so bad. So, noun before. Видите, у вас существительное перед. То есть, so bad, so, прилагательное даже ничего нет. Если у вас после прилагательного есть существительное, то мы используем such. I have such a bad memory. So, it's after. Существительное после прилагательного. Memory. Do you have a good memory? It often lets me down. I have such a terrible memory. I often keep forgetting different things. My memory is so bad, so now before I have such a bad memory. Clothes, одежда. What kind of clothes do you prefer to wear? Какого рода одежду ты предпочитаешь носить? Mostly casual ones. То есть в основном повседневные, mostly casual clothes. И чтобы clothes мы не повторять, мы заменяем на ones, mostly casual ones. So, I don't like showing off. Мне нравится выпячивать себя. So make other people pay attention to you. Делать так, чтобы другие люди обращали внимание. Pay attention to, обращать внимание. Pay attention to you. То есть заставлять других людей обращать внимание на тебя. Clothes. What kind of clothes do you prefer to wear? Mostly casual ones. I don't like showing off. Make other people pay attention to you. It's a phrase verb. Это фраза, глагол. Смотрите наш плейлист по фразовым глаголам. Food. Еда. What kind of food do you prefer? Какого рода еду ты предпочитаешь? First of all, прежде всего, not harmful to my health. Не вредные для моего здоровья. Which contains, которая содержит natural ingredients, натуральные ингредиенты. Secondly, во-вторых, something which has a reasonable price. Что-то, что имеет разумную цену, reasonable price. Not too high, не слишком высокую. What do I mean? Что я имею в виду? Sometimes I see that a loaf of bread, да, я вижу, что буханка хлеба, loaf of bread, costs, стоит $20. It's absolutely ridiculous, это совершенно абсурдно, да, it's absolutely ridiculous, ridiculous, это абсурдно, it's absolutely ridiculous, это еще усиливает, absolutely, it's совершенно абсурдно, it's absolutely ridiculous, absurd. So, what kind of food do you prefer? First of all, not harmful to my health, which contains natural ingredients. Secondly, something which has a reasonable price, not too high. What do I mean? Sometimes I see that a loaf of bread costs $20. It's absolutely ridiculous. Homeless people. Бездомные люди. Do you often see homeless people in our country? Ты часто видишь бездомных людей в нашей стране? Yeah, да, it's a very big social problem. Это очень большая социальная проблема. The government should tackle this problem more seriously. Для правительства нужно иметь дело с ней, tackle или deal with, иметь дело с этой проблемой more seriously, более серьезно. I also think so. Я также думаю так. At the same time, в то же самое время, I do think. Я действительно думаю, помните, мы говорили с вами про инверсию. I do think means I really think. A lot depends on us. Очень многое зависит от нас. A lot depends on us. Homeless people. Do you often see homeless people in your country? Yeah, it's a very big social problem. The government should tackle this problem more seriously or should deal with it more seriously. I also think so. At the same time, I do think a lot depends on us. Next, humor.
Юмор? Do you have a good sense of humor? У тебя хорошее чувство юмора? I really like making different jokes. Мне сильно нравится делать различные шутки. I don't like gloomy faces. Мне не нравятся мрачные лица. I don't like gloomy faces. Let's make our life brighter. Давай сделаем нашу жизнь ярче. So, humor. Do you have a good sense of humor? I really like making different jokes. I don't like gloomy faces. Let's make our life brighter. Homework. Домашняя работа. I hate doing homework. Я ненавижу делать домашнюю работу. Я недавно просмотрел комментарий, был такой комментарий, почему мы здесь используем ing в каком-то другом видео. Потому что с hate мы используем глагол с инговой формой. I hate doing homework. Надо просто запомнить. I hate doing homework. And you? А ты? Surprising as it may seem. Такая фраза. Удивительно, как это может показаться. Surprising as it may seem. I like it. Мне это нравится. I generally understand. Я действительно понимаю. I generally understand. It's my duty. Это моя обязанность. Moreover, более того, can you answer one question? Можешь мне ответить на один вопрос? How can I make rapid progress without it? Как я могу делать быстрый прогресс без этого? So, homework. I hate doing homework. And you? Surprising as it may seem, I like it. I generally understand it's my duty. Moreover, can you answer one question? How can I make rapid progress without it? Laziness. Лень. Sometimes I have a feeling that I'm so lazy. Иногда мне чувствую, что я такой ленивый. I know what you mean. Я знаю, что ты имеешь в виду. I often experience this feeling. Я часто испытываю данное чувство. Experience – это опыт, и experience – испытывать. I often experience this feeling too. Try to make your life more meaningful. Постарайся сделать свою жизнь более значимой. So full of some meaning. Полное какого-либо значения, наполненное каким-то значением. What? Что? Not meaningless. Не бессмысленный. Not meaningless. In other words, not useless. Другими словами, не бесполезный. Try to spend your time more rationally. Постарайся провести свое время более рационально. Laziness. Sometimes I have a feeling that I'm so lazy. I know what you mean. I often experience this feeling too. Try to make your life more meaningful, full of some meaning. What? Not meaningless. In other words, not useless. Try to spend your time more rationally. Next. Immigration. Иммиграция. Have you ever thought about immigration? Ты когда-либо думал об эмиграции? I can't get this idea out of my head. Я не могу выкинуть эту идею из моей головы. I can't get this idea out of my head. I'd like to live in a developed country. Я хотел бы жить в развитой стране, where there is a high standard of living. Где есть высокий уровень жизни. Where there is a higher standard of living. Более высокий уровень жизни. Immigration. Have you thought about immigration? I can't get this idea out of my head. I'd like to live in a developed country where there is a higher standard of living. Job interview. Наше интервью. Когда вот мы устраиваемся на работу, job interview. So, must have plus past participle. Значит, must have – это третья форма глагола. Это должно быть, когда мы говорим о прошедшем времени. Look, how was the job interview? Значит, как было интервью об приеме, ну, о работе, когда мы устраиваемся на работу? You think, ты думаешь, I must have failed. Ты думаешь, я должно быть провалился. Видите, must have – третья форма. Я должно быть провалился. If so, you are mistaken. Если так, ты ошибаешься. I got the job. Я получил эту работу. Really? Действительно, my dreams come true. Мои мечты сбываются. My dreams come true. Job interview. Must have plus past participle. How was the job interview? You think I must have failed? If so, you're mistaken. I got the job. Really? My dreams come true. Spanish. Can you speak Spanish? Ты можешь говорить по-испански? I can't say that I'm fluent in Spanish. Я могу сказать, что я свободен как бы в общении на испанском, but I can make myself understood. То есть я могу изъясняться. То есть я могу сделать так, чтобы меня поняли. Такая фраза. I can make myself understood. So I can explain. Я могу объяснять. I can explain. Spanish. So, can you speak Spanish? I can't say that I'm fluent in Spanish, but I can make myself understood or explain. Italian. Итальянский. Can you speak Italian? Можешь ли ты говорить по-итальянски? Not really. В действительности нет. I just know the basics of this language. Я знаю только основы этого языка. Anyway, тем не менее, I need to brush up on my Italian.
Тем не менее, мне нужно освежить, да, освежить или revise my Italian, итальянский, before I go to Italy, перед тем, как я поеду в Италию. So, Italian, can you speak Italian? Not really, в действительности нет. I just know the basics of this language, я знаю только основы этого языка. Anyway, тем не менее, I need to brush up on my Italian before I go to Italy. Chinese. Would you like to know Chinese? Хотел бы ты знать китайский? In theory. Значит, а в теории. It can sound amazing. Это может звучать удивительно. But not in practice. Но не на практике. You might disagree with me. Ты, возможно, не согласишься. Might disagree with me. As it's my personal point of view. Но так как это моя точка зрения. As значит because. Because it's my personal point of view. This language is too difficult for me. Это язык слишком сложный для меня. I just know, я просто знаю the most basic, самый базовый Chinese characters. Знаешь, иероглифы. So, ni hao, it means hi, привет, ni hao, xie xie, means thanks, спасибо, xie xie, and zai jian, means bye, пока, zai jian. So, ni hao, ответ там, ni hao, там, xie xie, там, ответ там, bu ke che, это пожалуйста, и zai jian, пока, zai jian, так что, zai jian. Okay, so, Chinese. Would you like to know Chinese? In theory, it can sound amazing, but not in practice. You might disagree with me, as it's my personal point of view. This language is too difficult for me. I just know the most basic Chinese characters. Ni hao, xie xie, zai jian. Next, love, любовь. Are you in love with her? Значит, ты влюблён в неё? You read me like a book. Ты читаешь меня как книгу, то есть ты видишь мои мысли. Idiom, это идиома. Love, are you in love with her? You read me like a book. It's an idiom. Motivation, мотивация. So can, it's present, will be able for future. I feel that my English progress is very slow. Я чувствую, что мой прогресс в английском очень медленный. I think it's because you have no motivation. Я думаю, это потому, что у тебя нет мотивации. Once you have it, то есть как только, once, значит, как только ты будешь иметь ее, once you have it, you won't be able to stop. Ты не сможешь остановиться. Ведь will be able, ты сможешь, won't be able, не сможешь, to stop, остановиться. You just need to find something. Тебе просто нужно найти что-то. You just need to find something which will motivate you greatly, что тебя будет мотивировать очень сильно. So, motivation. Can, present, will be able, future. I feel that my English progress is very slow. I think it's because you have no motivation. Once you have it, you won't be able to stop. You just need to find something which will motivate you greatly. Cinema, кино. Do you feel like going to the cinema? Feel like означает хочешь. Или do you want to go to the cinema? Ты хочешь пойти в кино? Not really. В действительности нет. What's wrong? Что не так? I'm tired of it. Я устал от этого. Или I got tired of it. Let's stay at home this time. Давай останемся дома на этот раз. So, do you feel like going to the cinema? Not really. What's wrong? I'm tired of it. Let's stay home this time. Theater, театр. How about going to the theater? Что насчет того, чтобы пойти в театр? Why not? Почему нет? I suggest that someone joins us. То есть я предлагаю, чтобы кто-то присоединился к нам. Or I suggest that someone should join us. Look. Suggest doing. Suggest глагол singular форма, если вот одно подлежащее. Смотрите, I suggest going there. Я предлагаю пойти туда. Если у вас два подлежащих, тогда конструкция после второго подлежащего present simple или should плюс глагол. Look, I suggest, я предполагаю, чтобы они, that they, join us, чтобы они к нам присоединились, или даже should. Можно сказать, вот такая вот конструкция. I suggest that they join us, or I suggest that they should join us. So, theater. How about going to the theater? Why not? I suggest that someone should join us. Or I suggest that someone joins us. Someone, he, she, поэтому s, joins us. Suggest, doing. I suggest going there. I suggest that they should join us. Good. Museum. Музей. Let's go to this museum. Давай пойдем в этот музей. I like going sightseeing. Мне нравится смотреть достопримечательности. Go sightseeing. Выражение. Basically, в целом, it's a good idea. Это хорошая идея. But I think we need to visit other places of interest first. Я думаю, нам нужно посетить другие достопримечательности также. Go sightseeing – это идти смотреть достопримечательности, а places of interest – сами достопримечательности. Museum – let's go to this museum.
I like going sightseeing. Basically, it's a good idea, but I think we need to visit other places of interest first. Next. Swimming, плавание. Can you swim? Ты умеешь плавать? I do it quite regularly. Я делаю достаточно часто, регулярно. I know that swimming has a very positive effect on our health. Я знаю, что плавание имеет очень положительный эффект на наше здоровье. Swimming. Can you swim? I do it quite regularly. I know that swimming has a very positive effect on our health. Gardening. Do you like gardening? Тебе нравится садоводство? I would say yes. Я бы сказал бы да. My grandmother helped me love it. Моя бабушка помогла мне полюбить ее это. She has green fingers. У нее зеленые пальцы. Ну, такая идиома. Означает, she's very good at it. То есть, у нее очень хорошо получается это делать. Садоводство. So, gardening. Do you like gardening? I would say yes. My grandmother helped me love it. She has green fingers. She's very good at it. Next. Weather forecast. Прогноз погоды. Have you heard the recent weather forecast? Ты слышал недавний прогноз погоды? Yeah, да. It will be cloudy and windy. Будет облачно и ветрено tomorrow. It might rain. Возможно, пойдет дождь. Weather forecast. Have you heard the recent weather forecast? Yeah. It will be cloudy and windy tomorrow. It might rain. Next. Значит, дальше смотрите, у нас три части. Они, три диалога, они у нас пропущены в оригинале. Здесь мы сами их включили. Our plans. Наши планы. What are your plans for the future? Какие твои планы на будущее? Well, I can't look into the future. Я не могу смотреть в будущее. But I know one thing for sure. Но я знаю одну вещь уверенно. Такая фраза. I know one thing for sure. С уверенностью я знаю одну вещь. What is it? Что такое? I'd like to reach financial freedom. Хотел бы достигнуть финансовой свободы. Our plans. What are your plans for the future? Well, I can't look into the future, but I know one thing for sure. What is it? I'd like to reach financial freedom. Disappointment. Разочарование. Are you sad? Ты расстроен? I feel bitterly disappointed. Я чувствую себя горько разочарованным. I failed the exam. Я завалил экзамен. Don't give up. Не унывай. Это фраза и глагол. Смотрите наш плейлист по фразам и глаголам. It isn't the worst thing in our life. Это не самая худшая вещь в нашей жизни. So, are you sad? I feel bitterly disappointed. I failed the exam. Don't give up. It isn't the worst thing in our life. Our talents. Наши таланты. We need to develop our talents. Нам нужно развивать наши таланты. It goes without saying. Само собой, разумеется. We need to develop our talents. It goes without saying. Seasons. Времена года. What's your favorite season? Какое твое любимое время года? I think it's summer. Я думаю, это лето. When summer passes. Когда лето проходит. Every time I remember it with a feeling of nostalgia. Каждый раз я вспоминаю это с чувством ностальгии. What's your favorite season? I think it's summer. When summer passes, every time I remember it with a feeling of nostalgia. Countries, страны. What countries have you been to? В каких странах ты был? Mostly European countries. В основном европейские страны. I've never been to Asia and Latin America. Никогда не был в Азии и Латинской Америке. Definitely it's worth visiting. Определенно это стоит посетить. What countries have you been to? Mostly European countries. I have never been to Asia and Latin America. Definitely, it's worth visiting. Appearance. Внешность. I don't like judging other people by appearance. Я не люблю судить других людей по внешности. I share your point of view. Я разделяю твою точку зрения. Appearances are deceptive. Внешность обманчива. Такая поговорка. Appearance. I don't like judging other people by appearance. I share your point of view. Appearances are deceptive. My boyfriend, мой парень. What can you say about your boyfriend? Что можешь сказать о своем парне? He's good looking, он симпатичный. He's also very smart. Он также очень умный. You know, ты знаешь, I'm going to get married. Я собираюсь выйти замуж. I think it's inevitable. Я думаю, это неизбежно. It will definitely happen. Это определенно произойдет. Okay, what can you say about your boyfriend? He's good looking. He's also very smart. You know, I'm going to get married. I think it's inevitable. It will definitely happen. Okay, next. My girlfriend, моя девушка. What can you say about your girlfriend? Что ты можешь сказать о своей девушке? I think she's the most beautiful girl in the world.
Думаю, она самая красивая девушка в мире. You can also be pleasantly surprised. Ты также можешь быть приятно удивлен by her great kindness, ее огромной добротой. This trait of character, эта черта характера, or this quality, это качество, is also of great importance, также огромной значимости. My girlfriend, what can you say about your girlfriend? I think she's the most beautiful girl in the world. You can also be pleasantly surprised by her great kindness. This trait of character, or this quality, is also of great importance. Meeting, встреча. Let's change the date of our meeting. Давай изменим дату нашей встречи. No problem. Let's put it off. Давай это отложим. Put off, фразовый глагол, означает postpone, откладывать. Смотри даже наш плейлист по фразам глаголам. Meeting. Обсудили. Conference. Конференция. The conference was called off. Конференция была отменена или cancelled. Call off – это также фразовый глагол, означает cancel. Really? Да. It happened all of a sudden. Это случилось вдруг. All of a sudden означает suddenly, вдруг. Classical music – классическая музыка. Do you like classical music? Тебе нравится классическая музыка? It helps me relax. Это помогает, оно мне помогает отдохнуть, but I believe, но я верю, it's getting less and less popular. И становится все менее и менее популярным, isn't it? Не так ли? So, do you like classical music? It helps me relax, but I believe it's getting less and less popular, isn't it? English progress. Прогресс в английском языке. Are you satisfied with your English progress? Ты удовлетворен своим прогрессом в английском языке? Not fully. Не полностью. There is a lot to be done. У меня еще очень много, что есть еще очень много, что нужно сделать. There is a lot to be done. First of all, I'd like to widen my vocabulary. Хотел бы расширить свой словарный запас. English progress. Are you satisfied with your English progress? Not fully. There is a lot to be done. First of all, I'd like to widen my vocabulary. Он сказал, что для этого есть очень полезные плейлисты на канале. So, video English lessons. Видеоуроки английского языка. How do you find video English lessons? Как находишь видеоуроки английского языка? It was a great discovery for me. Это было огромное открытие для меня. It's like having a real English teacher in front of you. Это как, знаешь, то же самое, что у тебя есть учитель английского языка напротив тебя. You can sit comfortably, да, ты можешь сидеть комфортно, comfortably, choosing, выбирая the best teacher for you, выбирая самый лучший учитель для тебя, and you don't need to pay any money at all, не нужно тебе платить какие-либо деньги вовсе. Who could have thought about it earlier? Кто мог бы подумать об этом раньше? Could have, и третья форма глагола, мог бы, да, мог бы в прошедшем времени, could have, и третья форма глагола, то есть нереальный. Who could have thought about it earlier? So, video English lessons. How do you find video English lessons? It was a great discovery for me. It's like having a real English teacher in front of you. You can sit comfortably, choosing the best teacher for you, and you don't need to pay any money at all. Who could have thought about it earlier? And the last one. My favorite YouTube channel. Мой любимый канал YouTube. What's your favorite YouTube channel? Какой твой любимый канал YouTube? English professionally. Ну, вы знаете, что это наш второй международный канал, который активно развивается для полноценного погружения в среду. When I came across this channel, когда я натолкнулся на этот канал, или when I met this channel, I was shocked. Я был шокирован by the abundance of information. Я был шокирован чем? By изобилием, by the abundance of information and crystal clear explanations. И кристально ясными объяснениями. And crystal clear, такое выражение. Clear – это ясные, четкие. A crystal clear – кристально четкие, кристально такие чистые. Crystal clear explanations. Equalocation называется. This channel is a real treasure. Это канал – настоящее сокровище for me, для меня. Which I discovered, который открыл half a year ago, который открыл полгода назад. You can also discover it for yourself. Вы тоже можете открыть его для себя. Ну, друзья мои, я вас также приглашаю, конечно, на канал English Professional. И, конечно, не забывайте про наш канал English Galaxy. В частности, смотрите плейлисты различные. Мы их наконец-то упорядочили. Смотрите, выбирайте видео. Там есть как для разговорного английского языка, как и по грамматике, для словарного запаса. Нет, сказал бы на всех потребностей, нужд, возрастов и так далее. Но будем продолжать. Only with your support. Только с вашей поддержкой. Thanks for attention. Спасибо вам за внимание. And really see you. Bye. Good luck.